прикинь, да. Давай, сейчас какая-то ярость у меня. Ох ты, уродливая. Молодец, девчуля. О, у меня ярость 100. Теперь я могу использовать пулемет? Как? Давай, используй. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и сегодня мы начнем с вами играть в Dead Ahead Zombie Warfare. Так, дорога заблокирована, сломайте баррикаду, необходимо расчистить дорогу, чтобы продолжить путь. Так, выбираем чувачка какого-то. И что, он пошел с лопатой у нас? Ага, зомби будет мочить, да? Да, зомби просто так стоит. Так, дальше что делаем? Так, очки храбрости. Храбрость накапливается автоматически. Используйте ее для найма юнитов. Окей, так, ага, вот у нас очки вверху. Ага, они накапливаются, понятно. Угу. Ну, типа как растения против зомби игра, ребят, понятно. Так, накапливаются очки, и 15 очков нужно, чтобы... Ух ты, хлебушек какой-то уже. Так, миссия 1, легко. Вы поняли, отлично. Дальше, окей. Погнали. Что будет дальше? Давайте смотреть. Так, уровень 1. Ага, что-то накопилось. Ух ты ж, ничего себе у нас. Так, 75 что-то здесь. Так, ладно, в битву. Вторая миссия. Нажимаем, погнали. Что дальше нас ждет? Посмотрим. Так, опять этот мужик выходит. Что ты хочешь, мужик? Перетаскивание. Попробуйте придавить зомби с помощью бочки. Окей, вот так. Ох ты, прикольно. Очки ярости. Убивайте зомби и получайте очки ярости. Ага, вот это у нас, да, очки ярости, да. Угу, продолжим. Окей, так, давайте выпускаем этого чувака. Так, тут мы ничего... А, мы можем просто так посмотреть. Они бочку бьют, смотри. Ха-ха, ничего себе. Так, давайте быстрее, но мне очки нужны. Так, еще выпускаем одного. Вот у того мало энергии, в принципе, но ничего страшного. Ого, зомби рыгал, на, получай. Есть, отлично. Ох ты, еще одного замочили, еще одного выпускаем. У меня много, смотри, этих. Все, все, мы, да, расчистили путь. Ух ты, какие-то таблетки еще заработали. Так, миссия вторая, легко. Отлично, ладно. Вроде бы справляемся пока потихоньку. Да, игру можете на телефон себе скачать, ребятки. Игра, это я играю на андроиде. Так, новый уровень. Ого, открытые новые юниты. Вы можете призвать нового юнита. Окей, так, кого мы можем призвать? Так, откроется... Ага, призвать юнита вот этого. Так, призвать. Ух ты, можем что-то прокачать. Хлеб, щетка. Так, а тут нету, магазин. Так, а что в магазине у нас? Попробовать, может, в магазине что-нибудь купить? А ну-ка, давайте попробуем, купим вот это. Есть, отлично, купил. Так, 15 тысяч у меня. Так, и могу еще купить какие-нибудь. Давайте купим за 2 700, вот это, 25 ящиков. Отлично, 25 ящиков у меня есть. Открываем, что у меня тут в ящиках? Так, выпали какие-то щетки, штуковины. Давайте еще откроем, вау, круто. Энергетики какие-то, еще штуки. Вот это да, вот это у меня ящиков. Просто замучаюсь их открывать тут. Ну ладно, пооткрываем, ребятки, посмотрим. Ух ты, краска, еще что-то. Так, открываем еще, давайте пару ящиков откроем. Давай, отлично. Так, еще один ящик откроем, а остальные попозже пооткрываем. Сейчас пройдем немножко по миссиям, продвинемся. Так, и что у меня тут? Юниты, ага, этого могу прокачать, газировку 3. Так, ух ты, клей, сразу плюс 3, да, выбираю. Кровь, отлично, прокачиваем, у него второй левел. Так, ага, нужен уровень автобуса 2. А где этот уровень автобуса мне прокачать? А вот же, вот, отлично, прокачиваем. У меня есть краска серая, красная. Во, пусть красный автобус такой будет. Так, тут деталей никаких нету. Ладно, все, окей. Продолжаем, так, следующая битва. Миссия 3, погнали. Применяем 2 бочки с горючим. И поехали, вот у нас чувачок 20, который юнитов стоит. А это что за бочки? Ох ты, они взрываются. Бах, зомбарь получил. Так, давайте отправим этого копателя. Ух ты, что с ним? Нам повезло, этот юнит быстрее и проворнее других. Поддерживайте его. Окей, сейчас будем поддерживать. Давай, ох ты, он быстрый. Ну его, ох, его замочили. А что так быстро-то?
Ну-ка, получай по голове. Ах, промахнулся. Во, вот этот чувак вышел, смотри, новый какой-то. Сейчас посмотрим, что он делает. А, фу, замок плюется. Давай, стреляй. Ох, он мочит бочками, говорю. На! Есть, отлично. Так, выпускаем. Он стреляет с двух стволки, ребятки. Отлично, еще давай одного с лопатой выпустим. Так, мочите, ребята, давайте, разбивайте эти баррикады, нам нужно двигаться с вами далее. Стреляй, чувак, стреляй, ты что стоишь? Там же вон зомби наступает. Отлично, так, еще радио какое-то мы нашли. Все, и 3 звезды заработали. Неплохо, ребят. Отлично, давайте дальше. Так, что у нас дальше? Ага, эту миссию мы открыли. Так, ого, ничего себе, так. Лига выживших, теперь доступен новый режим игры, побеждайте других игроков и получайте призы, окей. Так, нажмите, чтобы исследовать клетку, вау, прикольно. Тайник, забираем. Ух ты ж, смотри, я использую эти штуковины и открываю левел. Так, это что, еще тайник какой-то, еще тайник? Вау, с какую территорию мы уже с вами открыли. Так, а ну-ка давайте посмотрим, что у нас еще. Ух, купить, конечно, давайте купим. И прокачаем сразу этого чувака. Так, радио, давай, прокачиваем, улучшаем ему левел. Еще могу что-нибудь прокачать? Да, хлеб, это, и еще прокачиваем, да. Так, какой, а, все, до 3-го левела, теперь автобус надо прокачать. А ты кто? Доступен с специальным паке, призовите сейчас. А, во, купить, стартовый набор, смотри, могу, давай, купим. Отлично. И откроем еще штуки 3 сундука вот этих. Так, раз, раз, два. Краска еще какая-то выпала. Отлично, так, еще давай. Там. Есть, отлично. Так, еще один сундучок. 20 сундуков у меня. Вот это да, вот это я купил-то, а. Прикольненько. Давай еще подкрываем. Сейчас я всех прокачаю. Ох ты, синяя краска. Красок вообще очень много выпадает, ребят. Вот эти что за пузыри? Ярость? Для чего она нужна? Непонятно. Давай посмотрим. Еще откроем сундуков. Побольше, побольше. 15, чтобы было, наверное, давайте подкрываем. Чтобы 15 осталось. Вот, и сейчас прокачаем чуваков этих. Так, оп. Есть, отлично. Так, кого мы можем прокачать, ребят? Давай смотреть. Да, вот этого прокачаем сейчас. Да, сразу плюс 3, чтобы у него было. И радио, правда, одно только. Ну да ладно, так, 2-й левел, еще можем его еще прокачать, вот отлично, я не знаю, кто это такой, что за чувак, так, у этого 2-й левел, у этого 2-й, а у этого, ух ты, ему тоже надо, нет, давай подожди, ему клей вот так поставим, радио, вот, прокачаем его, отлично, какой левел у него теперь? Да, 2-й, у всех 2-й. Бочку тоже можно улучшить. Ухо-хо, отлично, отлично. И бочку прокачали, и бочка 2-го левела. Все, вперед, следующая миссия 4. Отлично, посмотрим, что здесь. Что в этой миссии. Так, чувака сразу за 30, смотри. Ух ты, вот этого новенького давай выпустим. Поглядим, что он может делать. А, вот у нас, смотри, какие штуковины. Вот, бах. И что это? А, появляется, смотри. Все, выпускаем нового, еще один чувак. О, это тоже мочит неплохо, смотри. Так, бочка есть, и вот этот чувак. Так, собираем. А, появляются, наверное, вот эти вот штуковины вот здесь, которые. А, ого, вот это врезал. Так, на, держи. Давай, собираем. Вот, отлично, еще этого с винчестером сейчас. А, все, сейчас баррикаду разрушим. И все, мы прошли. Да, это легко вообще. Миссия 4. Все, и наш автобус двигается дальше, ребята. Это отлично. Отлично, нам надо с вами 3-й левел зарабатывать. Так, у меня опыт. Да, опыт зарабатывается. Еще чуть-чуть, и скоро 3-й левел будет. О, еще можем территорию изучать. Отлично. Так, давайте посмотрим. Так, это у нас... Ох, ты ж, зомби. Смотри, обычный зомби глупый и медленный, а тут что у нас? Обычный зомби достаточно крепкий, но не очень быстрый. Играйте больше, чтобы открыть новых зомби. Ладно, сейчас откроем. Так, что здесь? Ох, ничего себе, синяя. Вау, прикольная. Вот такую оставлю, наверное, пусть синяя будет краска. Так, это что у нас? 5-я миссия, погнали. Давай смотреть, надо было прокачать, наверное, чуваков. Ну да ладно, так, а вот это что такое? Ох, это что? Смотри, все покраснело. Фу. О. Бегающий обычный зомби. Бегающий зомби, смотри. Бегающий обычный зомби, он бежит. На, получай. Ох, ничего себе.
Ты видал? А, бьет, как он неплохо, чувак, смотри. Давай, стреляй. Ох, нормально, нереально. У нас все нормально, проходим нереально. Давай, так, это что такое? Вау, смотри, какие они стали агрессивные, да, все. Ха, опять раскопали себе дорогу. Пробили, награду получаем. И дальше двигаемся. Так, что у нас еще новенького? Давайте попробуем открывать, наверное, ящики, я думаю. Так, что? Там мне какое-то сообщение пришло, ребят. Ну, сейчас я ящики пооткрываю здесь. Ух ты, вон там газировка выпала. +3 она дает. Это +2, это +1, +1. +3, еще газировочка, отлично. Еще ящики открываем. +1, +1, +3, +1. Отлично, сейчас будем прокачивать своих юнитов. Но нам надо третьего левела сначала дождаться. У нас пока с вами, ребят, второй только левел. Вот, +3, смотри, к атаке. Отлично, так, открыли. Вот тут мне еще говорит, ящик. Ох ты, награда. Что за награда? Через 6 секунд, через 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Так, и что это такое? Ага, денежки какие-то нам дали. Ну да ладно, пойдет. Так, миссия 6. Окей, отправляемся. Так, что у нас? Что у нас тут новенького есть? Так, чувака вот этого выпускаем. Бочки надо взорвать. Так, бежит. Быстрее бей. Ох, молодец. Так, все, вот этого за 30 выпускаем чувака. Он крутой, реально. Плохо, что я, конечно, перетаскиваю. Но я могу бочкой врезать. На, держи, зомбарь. Все, мочите давайте, разрушайте. У меня, смотри, 8 только вот это вот. Что это такое, я не знаю. На, все, отлично. Уничтожили. А зомбарь стоит и бочку бьет, а? Ну вот глупый зомбареныш, ладно. Давайте дальше смотреть, что у нас будет. Сейчас, наверное, будет у меня третий левел. Да, есть, отлично. Третий левел, ребят. Ух ты, новый уровень. Новые юниты появились. Отлично, так, открываем территорию. Так, открыли. Окей, давайте смотреть, что за новые юниты. 200. Призываем. Так, а это? Ух ты, 150. Так, выбрать. Да, надо выбрать. Надо вместо вот этого, да. И давайте эту девчулю прокачаем. Хлеб есть. Есть клей. Есть газировка. Прокачиваем. Отлично. Так, тут еще что есть? Хлеб 16 штук. Клея 16. Газировка одна. Прокачиваем. Отлично. Все, нужен автобус третьего левела. Так, давайте автобус прокачаем. Все, ух ты, шпрутья появились какие-то на автобусе. Так, этого нет. Магазин, говорит, да? Да, давайте пооткрываем. Может, сейчас какие-то детали для автобуса попадают. Так, нет, клей выпал. Всего лишь навсего, да, ладно. Давай. Есть, ярость еще выпала. Были бы какие-нибудь легендарные предметы. Вообще круто было бы. Так, пока вот просто простые. А, вот клей, смотри, легендарный. +3 он, видишь, дает сразу. Клей +3 дает. Так, и вот это +3. Газировка. Давайте еще откроем. Так, вот еще один легендарный предмет. +3, который. Так, последние ящики остались, ребятки. Ух ты, +2 и +3 что-то еще дало. Так, отлично, ладно. Это, по-моему, деталь какая-то на машину, ребятки, была, если я не ошибаюсь. Да, давай, еще 3 ящика осталось, все. Вот, еще +3, 2. Все, последний ящик остается, ребятки. Вот это открываем, и последний ящичек. Давай. Есть, отлично. Все, совсем разобрались. Пошли своих, ух ты, смотри, выхлоп новый. Ух ты, клево. Так, ладно. Пошли еще чувачков прокачаем. Какие у нас чуваки крутые? Я даже не знаю. Вот этот какой-то новенький, кстати. Да, 15 стоит. А сколько у него урон? 9. А у этого урон 28. А у этой урон 10. Ну, неплохо. Так, а у этого урон 16. Вот этого стоит прокачать чувака. Он тоже крутой. Мега крутой. Давай, прокачиваем. Есть, хорош. Прокачали. Так, третий левел у него. Так, и вот этого чувака давай прокачаем. Вот, отлично. +3 у него. Фух, 12 урон стало. Так, фляжку и радио. Давай у него сейчас урон сколько станет? 15 урон, ребятки. 15, вы прикалываетесь. Прикиньте, да, 15 урон, отлично.
Так, у этого чувака что, можем прокачать хлеб все по одной? Ну ладно, прокачиваем. У него и так урон очень хороший. 29 стал уже. Так, вот этого тоже можно прокачать. Ух ты ж, ему можно клей. Так, о, отлично. А, клей, оказывается, нужен для дальней дистанции, ребятки. Вот, понятно. Вот, отлично. Все, вот эту девчулю тоже прокачиваем. Все, и у нас получается все третьего левела. Еще и бочку можем прокачать. Ух ты, она уже защита от огня. А, она защищает от огня, отлично. А вот это что такое? Клей, чего-то тут. А, сколько у меня предметов всяких есть, да? Ну ладно, круто. Так, вот это что за левел? Седьмая миссия, погнали. Погнали. Смотреть, что у нас выпадет здесь. Ух ты, какие-то новые зомбари, что ли? Вот это что такое? Он красный какой. Так, вот этот выходит, чувак. А, вот этого я хотел выпустить. Вот, вот этого, давай, новик. Ох, ничего себе, смотри, сколько он дубиной. Вот это да, вот это он мочит. Есть, отлично. Так, девчулю хочу за 25. Где? Вот она. Давай, ну-ка, девчулька, иди. И вот этот, стрелки. Ух, неплохо она стреляет. И посмотри, бах. Она с пекаря. Она с пекаря мочит. Прикинь так. Давай, сейчас какая-то ярость у меня. Ох ты, уродливая. Молодец, девчуля. О, у меня ярость 100. Теперь я могу использовать пулемет? Как? Давай, используй. О, прикольно, это зомбарей. Это он может зомбарей мочить. Ну, так, ладно. Вот этот скоростной, он быстро бегает. Так. Будем знать, я даже не знал, что это ярость. Смотри, на, сбил зомбаря, видал на автобусе. Прикольно, так, ладно, окей. Дальше давай смотреть, что у нас выпадет. А так, еще опыта заработали. Ух ты, может скоро уже четвертый левел. А вот это что такое? Так, мы эту миссию прошли уже с вами. Да, тут сундучок. Так, давайте посмотрим, кого-то улучшить мы не можем, ребят. Так, может быть еще сундуков прикупить, а? Давайте 10 штук, наверное, я куплю. Вот, поглядим, что нам выпадет еще. Так, оп-оп-оп-оп, смотрим. Отлично, неплохо. Так, еще давай. Еще. Так, плюс 2. Ух ты, там еще что-то повыпадало, ладно. Давай смотреть. Вот-вот. Отлично, клей. Клей нужен для этих, которые стреляют, у которых есть... оружие. Сейчас, я думаю, до четвертого левела попробуем с вами дорастем и поглядим, что дальше будет. Какие юниты? Мне бы каких-нибудь крутых юнитов. Может быть, тут даже боссы есть? Я не знаю, ребят, кто играл в эту игру? Напишите в комментариях, есть тут боссы, нет в этой игре. Я просто только начал играть, вообще без понятия, что здесь есть, что здесь нету. Так, давай, побольше. Ух ты, какая-то деталь для автобуса выпала. Отлично. Они даже ни разу еще на автобус мы не нападали. Они вообще тут могут напасть на автобус. Так, что тут у меня какой-то... Ух ты, выхлоп. Выхлоп. Вот такой есть? Есть. А есть вот такой. Что это дает? Я без понятия, ребят. Так, краску надо перекрасить. Какой? Серый? Нет. Оливковый? Фух, некрасивый. Так, военная. Вау, военная. Вот такой пусть будет черный. Так, погнали. Это какая у нас миссия? Восьмая. Да, погнали. Восьмая миссия. Посмотрим, что здесь. О, новый зомбарь. Очень слабый, медленный зомби появляется на кладбище из-под земли. Скелетон. Прикольно. А ну-ка. Ух ты, вылазит. Ты смотри, сколько их вылазит. Да, есть, отлично. Так, чувака вот этого, я думаю, выпустить. Смотри, сколько их тут повылазило. Так, а ну-ка, давай бочку скинем на них. Нате, держите. Так, иди, чувак, помогай. Стреляй. Давай. Бам. Стреляй, ну же. Ух ты, молодец. Молодец, разбирается вроде бы потихоньку, ребят. Так, вот этот чувак, быстрый. Все, сейчас баррикады, да. Баррикады уничтожим, все. Автобус, сейчас смотри, поехал. Сейчас всех зомбарей просто подавит. Бам. Все, отлично, разобрались. Ну, это изи было, ребят, это было изи. Так, ладно. Что у нас дальше? Ох, ничего себе, сколько территорий пооткрывали-то мы с вами. Отлично, так, вот это что за миссия? Девятая. Ну что, погнали, давайте девятую миссию посмотрим. Что у нас здесь будет?
Так, зомби вроде бы все те же. Так, выпускаем... Ух ты, это кто такой? А ну-ка, выпускаем вот этого сначала, ребят, давай. Смотри, какой-то... Они бьют! Бьют бочки! На! Так, отлично. Вот этого выпускаем. На, давай, бей! Бей, 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 бей! А сейчас взрыв будет! А, да, он взорвался! Ребята, он взорвался! Так, так, на эти бочки я не могу скидывать, получается, да? Так, ну ладно, на зомбаря вот сюда могу скинуть. Ах, нет, не попал! Не попал. Так, давайте девчулю с пекарем выпустим. И мужика. И мужика пусть они зомбарей мочат. Вот, стреляй. Давай, получи. А тот уже взял и разрушил. Смотри, все, ребят. Он просто взял и разрушил. Так, бонус. Первые 3 звезды, первая победа.